Я прошу вас сесть или лечь в удобное положение, чтобы вас не отвлекало напряжение собственного тела. Не скрещиваем руки и ноги. Итак, дорогие друзья, мы начинаем медитацию. Закрываем глаза. Я прошу вас не открывать глаза до окончания практики. Вначале мы уделим время расслаблению. Как всегда, мы это сделаем с помощью дыхания. Сделаем медленный глубокий вдох. Представляем, что мы вдыхаем божественный свет, растворенный в воздухе, и наполняем им свое тело. И расслабимся. Воздух сам будет медленно покидать ваше тело вместе с напряжением, вместе с сомнением, страхом, гневом. Сейчас возвращаемся к мысли, что мы бессмертные разумные духи, воплощенные на этой планете, чтобы пройти уроки света и любви. Наблюдаем за своим дыханием. Концентрируемся на дыхании. Отлично. Представим нас всех мысленно, что мы стоим на огромном поле, составляя круг. Естественно, рядом с нами наши кураторы. Естественно, рядом с каждым из вас ангел-хранитель. Он всегда рядом с любым вашим ментальным образом, который вы посылаете сейчас в духовный мир. Сконцентрируйтесь на этом огромном поле. Мы стоим, но несмотря на то, что оно большое, каждый из нас видит всех. Смотрим прямо в центр. Представим, что в центре круга из нас всех появляется земной шар. Он висит в воздухе и медленно вращается. И представим, что он в форме глобуса или в форме Земли, как она видна из иллюминатора. Просто вспомним, как выглядит Земля. Смотрим на нее. Представляем, как выглядят материки, континенты. Представляем ее достаточно большой, чтобы представить их. Отлично. Из-за того, что мы сделаем это все вместе, этот образ очень реалистичный, очень плотный и наполнен энергией ментальных образов. Теперь вернемся к ощущению своего тела. Представим себя в центре духовного сердца, прямо в своей груди. В виде шарика белого цвета, яркого светящегося шарика. Снова делаем медленный глубокий вдох. Вдыхаем божественный свет и представляем, как он входит в этот шарик. Да, все верно, он начинает расширяться. Ощущение тепла, это все абсолютно нормально, это реакция тело на повышение вибраций ваших эфирных структур.
А теперь мы делаем несколько вдохов и выдохов, заряжая шар энергии света. Мысленно возвращаемся на то поле, где мы все стоим, и смотрим на землю. А теперь мысленно, физически, не напрягаясь, не шевелитесь физически, просто мысленно. Протяните руки этому шару, сделайте медленный глубокий вдох. И на выдохе представляем, как тот свет, который есть в этом шаре вашей груди, через руки, через ладони, выходит. И вы направляете его на земной шар, очищая его и делая более светлым. Делайте так и мысленно говорите. Дорогая моя планета Земля, я благодарю тебя за воплощение в твоем пространстве. С любовью и благодарностью я направляю свет божественной любви на очищение и гармонизацию всех твоих энергоструктур. Силы своего духа я преображаю все негативные энергии в твоих полях, божественный свет разума, любви и бесконечного счастья. Преображаю энергии в литосфере, в гидросфере, в атмосфере, в биосфере, в ноосфере, в магнитосфере. Я прошу тебя принять свет моей любви и преобразовать все негативные энергии в бесконечную чистоту и любовь. Я есть Божественный Дух. Направляем энергии, смотрим, что происходит с Землей. У каждого это по-разному, но образ будет наполнение. Наши кураторы, наши ангелы делают это вместе с нами. Да, все верно. Я тоже его вижу. Архангел Михаил тоже это делает. Я чувствую ваши энергии, я чувствую наше общее поле. А теперь мы представляем, как между нами и Землей стоят политики, президенты ведущих государств, как вы их помните. Можете представлять всех сразу или кого-то определенного. Представьте их. Да, вы видите, как и появляются те, кого вы не представляли, потому что их представили наши сотрудники, которые медитируют вместе с нами. Мы ведь в одном поле, и вы видите мысли формы друг друга.
наполнение этих душ светом не является ограничением их свободы выбора. Это пожелание принять свет. Поэтому мы посылаем его совершенно свободно, без всяких сомнений. Смотрим на этих людей, на эти образы. Совершенно открыто, свободно, с любовью говорим. Приветствуем вас, божественные души. Благодарим вас за вашу работу на планете Земля. Мы понимаем, что вы совершаете ее в меру своей осознанности и духовного просветления. Мы прощаем вас за весь негатив по отношению к нам и по отношению к Земле. Мы просим у вас прощения за недоверие, за подозрения, за эгоизм и за все злые мысли, слова и дела по отношению к вам. Мы с вами едины в свете Бога. Мы посылаем вам свет своей божественной любви, чтобы вы были истинно счастливы, чтобы вы познали Бога в себе и в мире, увидели Его в друг друге и в нас, чтобы вы обрели мир, спокойствие и гармонию. Посылаем свет. Посылаем свет каждому. Если он не принимает, просто скажите: «Не бойся, прими мой свет». Он абсолютно безопасен. Мы просим вас в мире и гармонии развивать наше общество. Мы готовы делать это вместе с вами. Направляйте свет и земле им. Смотрите, как они сливаются в единый свет. А из него выходит, каждому из вас выходит фантом, представитель плазмоидной цивилизации, которая отвечает за Землю. Ее зовут Деметра. Она может создать очень много фантомов. Она вышла, чтобы поблагодарить нас. И теперь она посылает нам энергию. Каждый ее увидит по-разному. Сделайте главное. Сделайте вдох, представляя, что эта энергия входит в вас. Это намерение принять. Скажите: «Благодарю и принимаю. Люблю и благословляю. Осознанно направляю полученную энергию на развитие и рост в божественной любви и в свете». Можете сказать ей что-то сами, либо попросить о чем-то. Она услышит каждого. Ее территория — это вся Земля. Она чувствует каждого, кто находится на ней. Ее тонкое тело размером больше Земли. Она отвечает за природные явления и за работу всех плазмоидов на этой территории, всех уровней плотности. А от них, как вы помните, зависит даже построение элементов и многих-многих других вещей. Отлично. Теперь скажите: «Я благодарю свое Высшее Я за эту медитацию. Благодарю за эту практику. Я благодарю каждого участника этой медитации, наших кураторов,
ангела-хранителей, архангела Михаила. Благодарю душу-проводника за помощь. Посылаю всем свет своей любви. Теперь я буду считать от 1 до 5. Когда я скажу 5, вы вернетесь в обычное состояние сознания и полностью соединитесь со своими телами. 1, 2, 3, 4, 5. Открываем глаза.